Прекрасная реалистичная модель петушка выполнена из цельного куска драгоценного австралийского опала, черно-белая структура которого позволяет передать красоту оперения. Название минерала происходит от латинского слова «opalus» и санскритского «upala» – драгоценный камень. Наиболее дорогостоящими являются так называемые благородные опалы с радужной икрой цветов на поверхности. Красный гребешок вырезан из сердолика насыщенно-красного цвета, напоминающего каплю крови. Такие камни называются корнеолами. В древние времена на Руси верили, что они приносят удачу в делах сердечных. Глаза выполнены из драгоценных камней в оправе из золота. Клюв петушка из желтого агата, одного из самых известных и популярных минералов из группы халцедонов. Предполагается, что имя свое агат, архаичная форма звучания ахат, получил от реки Ахатос на Сицилии, где с древних времен добывались агаты. Другая версия гласит, что название минерала произошло от греческого слова «ахатес» – «счастливый». Хвост петушка украшен перьями из полихромной эмали по золоту. На крыльях перья из эмали и золота, декорированные бриллиантами. Золотые ножки петушка бережно помещены на цельный кусок опала на круглой двойной базе из черного оникса с краями, декорированными золотом. Этот шедевр камнерезного искусства выполнен знаменитый мастер Манфред Вильд из немецкого города Идер-Оберштайн. Он является 8-м представителем семейной династии, которая работает в области художественной обработки камней и драгоценных минералов с 1630 года. Другие произведения Манфреда Вильда вы можете увидеть на сайте Музея собрания.